Ценой огромных жертв канадцам все же удалось отбить эту высоту у немцев. Вероятность участия США в войне возрастала с каждым днем. Письмо младшего брата Фредди подтвердило, что их страна уже буквально рвется в бой. Карл был в паре сотен метров от фермы Эмиля, когда рев французских воздушных патрулей заполнил апрельское небо. Блин, а там осталась Мария, что ли? Мы должны сейчас ее будем найти. Собака с нами, мы с противогазом, все отлично. Так, сельское хозяйство в годы войны. Кто хочет, обязательно прочитайте. А мы двигаемся дальше. Должны будем быстренько найти Мари, пока она еще жива, если она еще жива. Так, что здесь? А, блин. Развить поверницы. Все. Нам надо будет сейчас вот здесь подняться, значит. А мы пока пойдем вправо, посмотрим, что у нас там. Там тоже какая-то лестница, правда, я не знаю, куда она ведет. Так, здесь какой-то рычаг. А, спустили ведро. Туда, значит, собака. Давай, поднимайся. Молодец, все, сейчас мы тебя поднимем тоже сюда. Похоже на Пумбу, кстати. Так, и что ты здесь будешь делать? А, все. Так, стой ты там, я тебе сказал, что она открыла. Она забрала эту лестницу. Подожди, ну... Попробуй сначала спусти ее. Мы поднимемся туда и посмотрим, что там такое. Что это за лестница? Так. Куда-то она ведет. Понял, мы типа должны будем подняться еще выше, но мы сейчас сделаем другое. Следующее. Это сейчас уйдет, заберет она. А мы пойдем вправо и посмотрим, что у нас здесь есть. И недаром мы сюда пришли. Продуктовая карточка у нас здесь находилась. А здесь у нас лестница. Надо что-то кинуть, чтобы открыть эту лестницу. Понятно, все очень... Очень понятно. Так. А сейчас опять спустится, и собака нас поднимет выше. Сама она туда залезть не может, да. Давай, поднимай нас. Отлично. Так, куда нам надо будет идти? Влево или вправо? Вправо. Здесь какая-то дверь. Смотрим дальше. Спустились, понятно. Ага. Сюда она пойти не сможет, да. Лестница. Все, открыли. Шикарно. А вправо пройти не можем, да. Прикольно вообще. И что мы сейчас будем делать? Мы должны сейчас просто спуститься. Собака должна нас спуститься. Давай. Мы потом спустим собаку и... Хотя, подождите. А собака же по лестнице подняться не сможет. Нет. Да подсказка зачем? Сейчас нам уже 100% подскажут. То, что я уже знал. Хотя вот там то окно, да, было, но я его не разбивал. Не знаю, зачем его разбивать-то. Ну давайте, блин, поднимемся, что ли. Разобьем, проверим. Что там такое? Стоп, стоп, стоп. Это у нас здесь наверху. Ну, поднимайся. Типа теперь собака сможет сюда добраться. Или что? Давай, спускай. Давай, прыгай сюда. Боится, блин. Так. А, сейчас мы собаку переместим. Блин, а раньше что так не подсказали? Ёлки-палки.
Ага, спасибо, я только что и понял, что можно так делать. Все, собака сейчас залезет. Мы ее покатаем. Прикольно. И она сейчас перейдет. Все отлично. Так, что у нас здесь есть? Ничего, ладно, поднимаемся выше. Сейчас собака здесь все зарешает. Возьмет эту коробочку. Давай ее мне сюда. Молодец, умная собачка. Давай. Хорошая. Так, поднимаемся выше и попробуем здесь перейти. Хотя у нас здесь не получится, смотрите. Это надо просто нам сбить вот эту вот штуку. Нифига себе взрыв. Вроде не похоже было то на какую-то взрывчатку, что динамит. Не было похоже, а чё так? А вот здесь, по-моему, Марии нет. Так, можем пойти туда прямо, а можем направо. Но нам надо направо. Здесь у нас кто-то просит о помощи. Вот она. Офигеть, ее там, наверное, заложило полностью. Так, у нас здесь какие-то кирпичики. Куда здесь кидать? Пока не надо. Ладненько. Стоп, 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 стоп. Как не надо? Вот это вот. Надо. Так, все, ладно. Здесь у нас что-то есть. Давайте покрутим. За что-то там зацепили, что ли? Не знаю. Что мы сейчас сделали, я тоже не знаю. Давайте пойдем и проверим. Мы, по-моему, сейчас спустили этот крючок. Проходим сюда. Ведро. Должны зацепить за этот крючок. Где-то он должен быть. Ну. Ай-яй-яй. Что, собака сможет залезть сразу? Ха-ха, прикольно. А мы так ее не сможем нести, понятно. Давай выходи тогда. Слабак не может взять собаку вместе с корзиной. Такс. Нам надо это как-то опять спустить. За этот рычаг попробуем дернуть. Потянем лучше сюда. Так, уже гавкайте, елки-палки. Бери эту. Нет, она сейчас запрыгнет, да, елки-палки. Все. А ну слезай туда, кому говорю. Все, сейчас мы поставим сюда. А вот сейчас можешь залезать. Двигаем это. Вправо. Ой, влево. Поднимаем ее. Все, готово. А теперь она там все зарешает, я так думаю. Слезай ты оттуда, елки-палки. Ну, сиди в той корзине, блин, хоть бы что. Она нам нужна здесь. Не хочет вот сюда, блин. Подняться, елки-палки. Так, что надо? Еще ее раз, что ли? Сейчас спускается, сейчас поднимается. Давайте ее сюда тогда переместим, что ли. Блин. Офигеть, взяла, спрыгнула. Ну, залезай туда, как я говорю. Так. Подвинем сюда ее. Здесь у нас что? Ай, блин. Ну и что она сейчас будет делать? Давайте здесь разобьем. Что мы это сейчас... Ага, вот теперь она и поднимется. Просто надо было сделать там свет. Мы бы типа не видели, там был дым просто. Все у нас сейчас будет четко.
Отлично. Там как раз какой-то был предмет, сейчас она все поднимет. Да. Вот этот. Ну, поднимаем. Масляные лампы. Окей, давай проходи в ту сторону. Окей, я слышал тебя, все, молодец. Дергай за рычаг, пожалуйста. Поднимай нам проходик. И давай тоже двигайся сюда к нам, не стой там. Блин, а здесь у нас тупик. Ага, стоп, какие-то орехи. Кофейные бобы. Ну а дальше что? Нам тоже не мешало бы подняться сюда. Стоп. Сейчас ты вот это спустишь, давай. Спасибо, молодец. Так, теперь, пожалуй, мы сами это сможем сделать. Туда. Здесь у нас ничего нету, да? Ладненько. Давай сюда иди. Собака не хочет сюда идти. Ага, все у нас получилось. Супер. Уже кто-то нанизу там плачет. Да елки-палки. Что только туда поднялись. Стоп, а что здесь у нас? Пройти не можем, нет. Сломать тоже, к сожалению. Вот здесь есть какая-то лестница. Так, там у нас ничего нету. И смотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь огонь. Так. Интересно. Как мы тогда здесь пройдем? Собака сюда не пройдет. Мы здесь бить тоже ничего не можем. Да. Угу. Просто надо было вернуться, и нас бы спустили. Давай сюда, давай, давай, дружок. Что ты здесь поднял? Курительная трубка. Окей. Так, а здесь мы пройдем? Что-то мне кажется, что не получится у нас. Здесь такой огонь. Нет, получилось, смотрите. Прикольно, через огонь прошел. Сейчас мы разобьем. Так, здесь спускаемся. И вот, мне кажется, мы как раз сейчас уже приблизимся. Да, уже шум все громко и громко. Пипец. А собака там осталась, да? Стоп, стоп. Это не развивается. Здесь подняться не сможем. Отлично. Блин, а что с ней? Умерла, что ли? Мари. Да. Мари. Поднимаю. А ребенок без противогаза, ему как бы все равно, да, я так понял. Мы задыхаемся. А ребенок дышит спокойно. Прикольно, да, сделали. Сейчас мы почистим. А куда они, как они прошли, я не понимаю. Если здесь доски были. Офигеть. Сейчас свежий воздух, по-моему. И мы не дошли, да? Супер. Сейчас, может, она встанет, и нас хоть потянет туда с собакой. Хотя у нас собака мощная, она могла нас потянуть вместе с Мари. Эх. «16 апреля 1917 года. Эмиль был еще слаб, но генералу нужен был каждый солдат для крупного наступления. Это была очередная битва, решавшая исход войны». Итак, дорогие друзья, я так понял, это уже последняя битва, которая будет решать исход войны. Мы сейчас движемся влево, чтобы найти вот какой-то предмет. И вот мы нашли. Ревет и грохочет мортира вдали. Все, мы ее подобрали. И вот солдат пошел уже вправо. Будем двигаться за ним.
Как нам... Я так понял, мы должны найти троих людей. Вот, все, мы нашли, отлично. И сейчас движемся вправо, посмотрим, что у нас здесь. Смотрите, много-много раненых вообще. Нас осталось уже очень мало. Ну, попробуем выживать. Он говорит, что быстрее. Ну ладно, побежим сейчас. Окей. Слушаемся нашего командира. Пушка тоже какая-то там была нерабочая, наверное. Нас типа отправляет вправо, а сам остался, говнюк. Все, давайте пробегаем. Надеюсь, я успею пройти. Да. А то мы что-то слишком медленно бежим. Нифига себе. Давайте, побежали быстрее. Так, а что у нас здесь? Опять какой-то раненый или даже мертвый то был? Толкаем. Снаряды сейчас бросим в них. Ладно, чтобы сами не сдохли. Стоп, 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 парни. Что-то я здесь заметил. Куда они все удрали? Письмо русского солдата. Вот говнюки все удрали. Ах! Блин, что-то я не заметил. Думал, что они до нас не достанут, а они как раз достали своими снарядами, блин. Так, смотрим, когда перестанут. Давай резко. Побежали. Супер. Что у нас здесь? Один порезал, круто. Блин, надо было подождать, наверное, чтобы он резал. Ёлки-палки. Ладно, ждем. И вот давай ждем. Да. Так я и понял. Этот еще говорит вправо, блин, давайте. Как там, если. Сейчас они будут стрелять, будет жопа. Ладно. И, блин, только хотел пойти. Все, побежали. Этого вытащить должен. Давай, 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 дружок, сюда. А теперь, типа, мы должны будем это почистить, понятно. Давай, давай, давай. Сломались. Назад, быстрее. И что будем делать, мне интересно. Блин, этот не хочет ничего делать. Что-то кинуть. Нет, ничего у нас не получится. Перепрыгну тоже. Хотя тот проходит, смотрите. Ладно, и возвращаемся назад. Ага, смотрите, этот нас убил нас за то, что мы вернулись назад. Так. Ножницы подобрали. Ждем, когда еще раз они начнут стрелять. Стрельба прекратится, и мы пойдем дальше. Стоп, отдохнем пока. Может, они сейчас не сломаются? Сейчас посмотрим. И еще одна попытка. Да, отлично. А что тогда они сломались, без понятия? Не умеет он обращаться с ножницами. Так, успеем мы здесь пройти? А, давай, копай быстрее. О, отлично. Здесь копаю еще вниз. Посмотрим, может, здесь что-то у нас будет, как раз какой-то предмет. Но нет, нет, нифига. Держимся дальше. Так, стоп. Отдыхаем немножко. Побежали. Пока перезаряжаются. Вот тупые стреляют просто так. Так, а здесь... Опс, где мы здесь? Здесь можно задержаться, я надеюсь. Вот бараны. Что было проходить, если они стреляли? Вот я не понимаю этих людей. А-а-а, быстрее, побежали. Жетон русского солдата даже здесь валялся. Прикольно. Все, вроде бы уже пулеметчиков нету, блин. И вот и появились. А, нам пофиг, блин, думал, мы успеем пройти. Оказалось, нет, ладненько.
Вот они там, я их просто не видел. Ну и дальше, что вы будете делать, убегать? Держимся. Может получится, да, отлично. Как раз у них закончились патроны. Что у нас здесь? Есть. Вот они. Что было идти? Чего они проходили, я их не понимаю. Быстрее, помогайте, елки-палки. Стоят и смотрят. Так, здесь у нас снарядики. Что же мы будем делать? Быстро сейчас будем копать. И снаряд, осторожно. Так, что-то мне кажется, что здесь у нас как раз что-то есть, да. И недаром я сюда вернулся. Консервный нож Лессинге. Окей. Сколько у нас там еще предметов? Надо найти. 3. По-моему, так, что такое? Я застрял. Что за бред? Мы застряли. Мы в воздухе. Еще немножко, блин. Еще мы сдохли. Осторожненько. Блин, все, мы сейчас сдохли, мне кажется. Да. Что-то я слишком низко выкопал. Ну все, сейчас мы тут предмет лесинки нашли. Просто копаем вверх. Здесь вниз. И стоп. Здесь вверх. Вверх. Отлично. Здесь никто не стреляет. Спокойно поднимаемся. Что у нас здесь есть? Ничего. Ну ладно, движемся тогда дальше. Смотрим, кто здесь. Ну, вроде пулеметчиков нету. О, где-то кто-то здесь застрял. Сейчас мы его вытащим. Давай, дружочки. Быстрее, пулеметчики сейчас встают. Будут стрелять. Есть, успели. Нифига себе, сколько там трупов. Что-то они там взорвали. Ну, вот за 5 ковнем пришел командовать. Давай, вставай. Так, побежали. Блин, я думал, нельзя прятаться за этой кучей трупов. Ладненько. Сейчас все будет. Прячемся. Ну, загинайте. Не достанет. А, они в голову попасть не могут. Понятно. Все, движемся дальше. Отлично, успели. Наступление по дамской дороге. Так называется как раз-то наша дорога. Понятно. И шпионаж. Опять же, кто это захочет, тот обязательно прочитает. Так, что здесь за взрыв? И, блин, елки-палки, еще немного. Это нас бы достало. И опять я что-то подобрал. Солдатское кольцо. Остался еще один предмет, который я не нашел. Не знаю, найду я в конце или нет. Но мы это уже посмотрим дальше. Так, это стал один мини-типа. Выходим, окей, без проблем. Ты сейчас взорвешься, да? Еще? Олень. Сам сказал, отходим, а сам сидел там, блин. Офигеть. Я опять за говню подошел. Из-за него как раз мы и проигрываем. Говори, чтобы спешили. Быстрее побежали. Все у нас пока идет и просто идеально. Так, а вот сейчас что-то уже тихо слишком. Ага, вот, понятно. Опять эти снаряды, мины, бомбы, пулеметчики уже. Ёлки-палки. Блин. Офигеть. Быстрее давайте пробегаем, иначе нам сейчас будет просто пипец. Чё ты там застрял? Движемся вправо, быстрее. Ну, главное, чтобы мы не взорвались, когда именно это происходит. Так. Нам здесь надо копать наверх, что ли. Ёлки-палки. Блин, достали. Здесь надо было быстро копать. Что-то он не хотел копать быстро. Не понимаю, почему. Давай. А, осторожно, блин, сейчас взорвемся. Снаряды не достают до нас. Блин, да как он достал? Ёлки-палки, еще раз попробуем тогда.
Я без понятия, как тогда до нас достал тот снаряд. А, осторожно. Сейчас снаряд упадет, кажется мне, на нас, и нам будет пиздец. Так, я ничего не вижу, что я там копаю. Фу, отлично, оттуда мы выбрались. Там просто нам было бы пипец. А, осторожно. Стоим, ждем. Эти мне уже бомбы просто заколебали. По-моему, мы уже сейчас дошли до конца, как вы считаете? Мне кажется, что да. Слишком долгая уже миссия. По-моему, уже конец. Так, как бы нам сбить вот эту кепку, которая там наверху? Или что-то там такое? Ну, нечем кидаться. Ладно. Ага. Блин. Так он же перезаряжался, ёлки-палки. Чё так быстро? Я понял. Сейчас этот будет толкать и... в него стрельнуть, и он сдох. И нас уже будет двое. Ну, в принципе, как я и понял. Вот тупизна. Нафига было толкать? Не спрятался бы тут, где мы. Прикольно. Сейчас спокойненько здесь пробегаем. Так, это что за шляпа? Поднять нельзя. Ладно, движемся дальше. А здесь уже я буду толкать или вдвоем садимся? Дергаем за рычаг. У-у-у, поехали. Офигеть, прикольно. Ну, чувствую, нам будет жопа. Да. Супер. Ага, и останавливаемся, когда это надо. Понятно, я просто не думал, что надо здесь останавливаться. Стоп. А, стоп! Ёлки. Я там что-то заметил, там светилось что-то. Давай, поехали. Остановка. Поехали. Остановка. Да, если я сейчас отпущу, наверное, этот рычаг, будет жопа. У, подобрали, отлично. Папаха. Вот такая вот шапка под названием Папаха. Интересное название. Так, ждем, пока перестают. И поехали. Оп! Не достанет? Фу, отлично. Все, остановка. Движемся дальше. Офигеть. Ну, это уже, по-моему, по сюжету. И нас осталось двое. А нет, подошли еще наши, отлично. Ну, уже как чемпион, и мы там все почистили. Конечно. И нас оставили. Офигеть, вот это прям молодцы. Думали, что мы мертвы? Ага. Фигушки, мы бессмертные. И опять этот грёбаный командир. Офигеть, там стреляет, он говорит, идти вправо. Какие же командиры были жестокие. Вам надо его прихлопнуть. Удар был смертельным. Так тебе и надо. Говно. Ой, простите.